Всем привет! А сегодня мы будем слушать Мазелова, Лиду, совместно с ДК. Кажется, мы сделали хит, называется. Но сейчас мы узнаем, хит это или не хит. Друзья мои, напоминаю вам о том, что мы есть в Телеграм-канале, о том, что мы есть на Литресе. Две мои книги «Солнышко мое» и «Без границ» я разместила на Литрес. И жду, чтобы вы туда зашли, скачали, почитали, поделились с друзьями. А у Максима есть свой игровой канал, который он тоже рекомендует вам посетить. Ну и также собираем донаты на новую камеру, потому что это совсем плохая. Ну, пока вы все это делаете, мы слушаем хит с Мазеловым, Лидой и ДК. Такой стал совсем другим. А как зовут, я не запомнил. Забываешь про меня, слова не все потерянное. Говорю, ты тебе, ты не понимаешь, где это не выкупаешь тему, но ты выкупишь со временем, и все твои сомнения развеют, будто верю. Пиши да сокращай, кто я, чтобы запрещать. Ладно, все, я пошел спать. Было. Больше, как бы, что можно сказать, в этот самый баскетбол играть не умеет Лида. Это было видно. Он хотел выпендриться, но не получилось. А что это хит? Ну, я не знаю. Мне кажется... Вот знаете, мне эта песенка напомнила, я иногда вам это рассказываю, и вот в этот раз это тоже случилось, по моим ощущениям. А вот вы знаете, да, что я еще пишу стихи. Ну, давно не писала, но много писала в своей жизни. И иногда я пишу стихи, вот что вижу, то и пою, вот всякую фигню. И вот эта песенка была из этой серии. Просто, что вижу, то и пою, всякую. И я это почувствовала на Илюшке Мазелом. Если Лида, он как бы был в своем стиле, а Илюшка решил, значит, тоже... в своем, продолжил эту песенку по-своему. И вот в этот момент я поняла, что это вот городили все подряд. Вот просто, мне кажется, вот оно напало, как вы там на стриме или где это делаете, не знаю. Ну просто, вот просто так, пошли и спели и ушли. Хит это или не хит, не знаю. Давайте, что вам сказать? Давайте оценим. Эту песенку. Значит, что мы знаем? Мы знаем, что было весело. Но было, в принципе, друзья мои, вот как всегда, вот не было, огонек был, а изюма нет. Поставлю 8 баллов. По музыке тоже было веселенько. Первое мы про... Значит, про музыку и про огонек 8 баллов, а текст, что вижу, то и пою, поэтому тоже 8 баллов. Ну и атмосфера на 8, то есть средний балл у нас получился с вами 8. Хорошо это или плохо? Ну, хорошая, обычная песенка, без всяких изюмчиков. Поэтому 8 баллов, хороший балл, но хотелось бы... Точно. Лучше. Всем пока.